Иногда, чтобы вас заметили, достаточно быть ярко одетыми. На 7-м международном фестивале «Формула моды», который недавно проходил в нашем городе, выдающиеся молодые дизайнеры экспериментировали с одеждой разной формы и назначения. На первом месте в номинации «Правила игры» оказалась наша гостья Екатерина Красильникова. Доброе утро, Екатерина! Екатерина, ваша коллекция, насколько сейчас вот мы правильно прочитаем, ваша номинация «Профессиональные приемы проектирования повседневной одежды, отражение модных тенденций и трендов, поиск вектора развития повседневного городского костюма». Расскажите. Что это за номинация? Скажите подробнее, как вот у вас справочка про свою коллекцию? На что она направлена? Кому предназначена? Значит, коллекция, она про повседневную одежду. Вот ее сейчас как раз и наблюдают, да? Да, мы наблюдаем ее. И она строилась на том, что какие предметы одежды чаще всего используются в повседневном гардеробе человека. И как бы вообще главная идея – это унисекс. То есть представлена она была на девушках, но в фотосессии показано, что она также на молодых людях тоже. Очень удобно с утра. Экономить взял хорошо, вещь, да. Чуть любую надел и пошел. Да. Вот. Ну и как бы в номинации главным для меня было носибельность, комфорт, удобство. И вообще каждый предмет одежды, он может регулироваться там... По размеру? По размеру, да. То есть там на поясе, на брюках есть регулировка. Ну, буквально 2-3 размера можно регулировать. Хорошо, вот коллекция EasyJet. Кого вы видите в качестве идеального носителя этих предметов? Ну, раз идея была в универсальности, то это как бы абсолютно любой человек. А возрастные ограничения, социальные ограничения? Никаких. Хорошо, поскольку вы проектируете одежду, все-таки находясь здесь, в нашем городе, очень интересно, как вы считаете, насколько может быть воспринята такая форма одежды именно в нашем городе? И кем? Так. Ну, только честно. Ну, вообще, в жизнь как-то вот ваша коллекция, она вольется, кто-то будет это носить? Ну, у меня уже некоторые образцы купили, и в Москве договорилась сдать коллекцию. Так, то есть в Омске потихонечку все-таки приживаются ваши вещи, да? Да. Ваше направление. Скажите, вот есть, допустим, такое высказывание о том, что Омск с точки зрения одежды город серый. Серый или черный? Как вы считаете, что необходимо было бы сделать, чтобы это утверждение перестало быть истинным? Переодеть в синий. Я заметила, что у Екатерины любимый синий цвет. Это ты отвечаешь. Хочется у Екатерины. Ну, серый – это тоже красивый цвет. И это тоже может быть интересно, поэтому я не понимаю. А как сделать это интересно? Какие-то акценты добавить или как? Ну, чаще всего, когда берут серый, это, наверное, какой-то деконструктивизм, что-то такое. То есть более интересные конструкции в этом используют. Вот. Деконструктивизм. Слово, значение которого я, к сожалению, не понимаю, потому что я гуманитарное образование получил, а не художественное. Асимметрия – это понятно, это мы знаем. Да. Хорошо, продолжим наш разговор. Скажите, пожалуйста, вот, допустим, коллекция ваша EasyJet, да? А если бы у вас была возможность, кого бы вы в городе переодели в нее в первую очередь? Это могут быть представители какой-то корпоративной культуры, это могут быть представители какого-то возрастного слоя, какого-то социального положения. Кого бы в первую очередь? Вот прям эти и все. И чтобы именно они в этом ходили. Сейчас скажет Катя нас. Ну, честно говоря, странный вопрос. Ну, потому что раз я говорю об универсальности, то есть это от вашего желания зависит. Но если человеку удобно будет так находиться, то есть... У вас нет такого синдрома, когда вы смотрите на кого-то, и вам хочется его переодеть? Как у парикмахеров, я знаю. Нет, такого нет. Сразу кого-то хочется перечесать. Нет, да? Нет, не навязываю вообще, абсолютно. Может ли быть у дизайна одежды, в частности, какая-то функция помимо красоты? Функция социализации, функция образовательная какая-то еще? Конечно. Еще, многие писали работу там мимикрия, адаптивность, очень много функций у костюма. Это не только эстетика, функциональность, удобство, все. Огромный спектр включает в себя костюм, когда на дизайн. Хорошо, скажите, пожалуйста, вот вы, когда эту коллекцию делали, вы имели в виду, я просто сейчас вижу достаточно действительно универсальные вещи, цветовая гамма, в принципе, тоже универсальная, и оно бы прекрасно смотрелось действительно и на улицах нашего города, и любого другого, европейского и так далее и тому подобное. Как вы считаете, вот то, что вы сделали, это больше европейская или азиатская все-таки вещь? Поскольку мы находимся с вами все-таки, как ни крути, в Азии.
Больше европейская, я бы сказала. Потому что за универсальный образ я брала как бы универсального человека, у которого в гардеробе джинсы. Джинсы — это сразу нас относят, ну, как бы к американскому типу человека. Вот. Ну, поэтому больше европейский. Так, а вы сами носите это? Ну, одни... Не кое-что, да. Кое-что, да, да. Отлично. Ну что ж, я надеюсь, что у вас в дальнейшем будет очень хорошее дизайнерское будущее, потому что те вещи, которые мы сейчас успели увидеть, я лично 2-3 вещи из этого захотел. Мы желаем вам, Екатерина, дальнейшего развития, дальнейших побед на конкурсах нашего уровня, уровня всероссийского и уровня международного, чтобы ваши костюмы брали все, кто их только увидит и захочет. Друзья, мы с вами движемся дальше. У нас на подходе прямо сейчас прогноз погоды.